Сегодня, 11 октября, глава Каспийска Борис Гонцов посетил коллегиальную комиссию военкомата города, где проходил очередной осмотр призывников на срочную военную службу. Напомним, что на основании указа президента Российской Федерации с 1 октября по 31 декабря 2023 года в Каспийске проходит осенний призыв на службу. Отметим, что в текущем году в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе планируется набрать порядка 130 тысяч граждан страны от 18 до 27 лет. Все призывники, прошедшие медицинскую комиссию, будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей вооруженных сил Российской Федерации и других формирований на территории России. Коллегиальная комиссия во главе с Борисом Гонцовым заявила, что призывники не будут проходить службу на территории СВО и новых субъектов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они будут расформированы на команды и направлены в республиканский сборный пункт для дальнейшего формирования.